Смотри, какие, как чудовища какие-то, да, инопланетные. И вот это не считается вандализмом. Это не считается вандализмом. Он идет, мужик бедный. Это еще что такое? Это хрень. Посмотри, вот это не считается вандализмом, все. Вот тот чувак, который, как будто бы, знаешь, ты, как в фильме называется это, где Джим Керри. Он еще в искусственном мире в таком был, типа, где кажется, что все люди живые. Там все то же самое было, смотри. Что здесь написано? Что разгадает? Что здесь написано? Здесь раньше был мой пейзаж, его. Мои детки были здесь нарисованы. Мои пейзажи, детки мои, родные. Их уничтожили. Не один пейзаж, а много. Вот эта вот фирма меня вышвырнула просто так. Хотя они могли бы обогатиться, если бы я им разрисовал все здесь и обучал их ребятишек. Эти ребятишки в некоторые вырастут отморозками, какими-нибудь уголовниками, еще кем-нибудь. Благодаря мне они бы выросли художественными личностями. Ну, пожалуйста, сами выбирайте. Вот сами те, кто вот этот организовал, взрослые, кто меня выгнали, они потом встретят в подворотне вот самого вот этого подростка, которого они там обучают за деньги, ну, развлекают за деньги. И он их ограбит или еще какую-нибудь хрень сделает. Они не понимают, что вот, смотри, наживается. А, обломался. Ха-ха. Обломался. А, черт возьми. Все равно по телефону можно заказать. Обломался ты, хренов. Развратник. Короче, смотри, какая ужасная школа. Я там расписывал панно. Я там проводил мастер-класс, меня там вышвырнул этот, на меня наехал там этот директор охреневший, я ему показал факт прямо в усатое лицо, как у Сталина у него. Он, короче, руку резко так отдернул. Но он вообще... Смотрите. Вот это вандализм. Вот это не вандализм. Вот это не вандализм. Смотрите, три упаковки от сигарет валяются. Вот, четыре, пять. Я просто дворником работал долгое время. О, смотрите, кто-то портит мои рисунки. Они пытаются какую-то фигню написать вот здесь. Но у них не получается. Вот это вандализм, смотрите. А вот это вот все не вандализм. Вот это не вандализм. Вот это не вандализм. Кстати, когда... Посмотрите. Смотрите, вот это не вандализм. Вон лужи венецианские, не вандализм. Вот это вообще все не вандализм. Просто здесь в болоте проваливаешься. А вот это вандализм. Смотрите, какой гад. Александр Ленин. Тихон Мышкин. Вандал. Испортил стену прекрасную. Красивейшую стену. Вандал. Смотрите, нарисовал солнце, воду, море белыми детскими мелками. Вандал. Мы проклянем его. Я уже давно проклят. Я живу каждый день в боли. Вот смотрите, вот это дерево, это не вандализм. Это не вандализм. Скиньте это видео Позднякову, скиньте это видео Антону Скальдо, скиньте это видео всем ну, не либералам, а всем около либералам и прочим разным людям, кто прозападники. Вон, смотрите, вот это не вандализм, вот этот дом, который полуобстрелянный. Вот это не вандализм, вон, смотрите, алкоголь повсюду, покрышки с бутылками от Путинки. Вон дом, смотрите. Вот это не вандализм, блин, нифига. Вон сидит мужик с ребенком, курит. Женщина тоже там курит. Вот это не вандализм. Мои рисунки — это вандализм. Мои рисунки — это как мои дети. Скиньте видео всем, кто
может это понять. Вандализм, ну, вандализм. Вот это не вандализм, вот это не вандализм. Вот это не вандализм. Вот смотрите, вот что это такое? Я себе. Гадом, смотри, какое-то инопланетное существо. Что это такое, а? Я чувствую себя каким-то, как будто из племени впервые увидишь какое-то изобретение. А, это для машин, наверное. Что это такое, а? А, ее нельзя взять. Что это такое, слышь? Объясни. Что это такое? Никогда такого в жизни не видел. Это нанотехнологии какие-то. Посмотри, какие нанотехнологии у нас. Вон, какой у нас прекрасный стрит-арт. Вот это не вандализм. Это никто за это не накажет. И посмотри, какие у нас нанотехнологии развиваются. Можно прямо в космос улететь. Кто желает из России? В Венецию, например. Можно вот так вот раз и в Венецию прямо улететь. Андреева 11. На самом деле у него фамилия не Андреева, а другая фамилия кое-какая, которую он псевдонимом заменил. Смотрите, можно в Венеции, вот рядом Венеция. Вон отличные картины. Антону Скальду скидывайте видео этому. Всем, короче, кого вы можете, знаете, кто тоже разоблачает, скидывайте видео. Скидывайте, заказывайте им видео. Ай, ё-моё, почему все разрознены? Смотрите, я сейчас вступаю. Я должен перепрыгнуть, иначе я вступлю в моря Венеции. Смотрите, какая арт-инсталляция. Какая арт-инсталляция. Оп, перепрыгиваю. Арт-инсталляции повсюду. Арт-инсталляция. Смотрите, какая Венеция. Ой, надоело мне уже все это. Я еще с 2015 года, как стал Скальда смотреть, стал эти дворы обозревать, офигевать тоже. Раньше я вообще с детства жил вот в проходном дворе, думал, что все нормально, так должно быть. Типа не обращал внимания. Ну или обращал внимание. А сейчас я офигеваю просто. Хотя рисовать я начал еще задолго до того на стенах серых, на плитках. Вот, смотрите, Путинка, Сиги, это Венеция во льду. Где ты, Евгений Панасенко? Приедь сюда, обозреваемый город. Мы с тобой устроим баттл, рэп-баттл. Смотрите, они просто... Ломбард, смотри, капиталистический. Мелкий буржуй наживается на людях, ломбард. Смотри, какие страшные ветки, как даже в фильмах американских ужасов такого нету. Смотри, вон, видишь? Сейчас покажу. Вон, видишь? Вверху. Вот это не вандализм. На этом мере, на арке. Это не вандализм. Это вообще все не вандализм. Вот это вот все не вандализм. Это все не вандализм. Смотри, я тебе сейчас покажу. Вот это не вандализм ни в коем случае. Нет. За это не оштрафуют никого. Никого в тюрьму не посадят. За это никого не изобьют, не будут угрожать убийством, как мне угрожали. А вот за пейзажики. Вот если я нарисую вот на этом месте пейзажик, меня уничтожат, смотри. Эх. Вот это не вандализм, да. Не вандализм. Я иду по этому городу. Это просто не описать словами. Какой кошмар, блин. Бог, зачем ты меня здесь родил? Зачем ты меня здесь сюда послал, в этот мир? Посмотрите вот на это. Это же, смотрите вот на это.
Ну, я даже не буду останавливаться. Короче, вот это логотип нашего города. Как бы, понимаешь? Понимаешь, за это не сажают в психушку на 100 лет там. Не заставляют, не это. Это не принудительное лечение, не сажают. Вон, вон, смотри, памятник. Я думал, его снесут. Вот подрастающее поколение, нормально. Вот не вандализм. Я думал, его снесут, а там сделают нашего Солнцеликова, который как раб на галерах. Ну, он говорил, раб на галерах. Он типа один такой тащит корабль с бабками. Сами понимаете. Там бабки и те, и те. И в том, и в другом смысле. Огромный корабль тащит. Огромный корабль, чтобы скейтеры не могли там прыгать. Ну, им что-то не пришло в голову так сделать, не знаю почему. Наверное, потому что я слишком тупой, у меня нету творческого вкуса, образного мышления. Да, жесткий мужик. Ты же вообще... Видели его лицо? Это ж просто жесть. Димас! Мясо, маски, одежды, замена батареек, установка ремешков, браслетов, всякая чушь, овощи, весна. Вот сколько я живу, вот эти вот плакаты до сих пор здесь стоят. Они это, вызывают, они как бы провоцируют тебя сексуально. У меня уже надоели эти плакаты. Ну смотри, какой-то охреневший рожа. Смотри, они берут лицо славянки белое и делают. РТБ банк. Я там ни разу не был. Вот молодые люди. Спроси у них. Сиги что-то там курят. Сиги там курят. Сиги. Спроси у них. Вы хотите на войну? Они скажут, да. А что если вам пуля разрывная в лицо прилетит? Они скажут, нет. Это все. Они скажут, уха-ха-ха-ха, уха-ха-ха-ха, уха-ха-ха-ха-ха. Причем не знаешь, не человеческим голосом, а голосом робота, озвучивающего мультики. Это, мультики всякие эти, на ютубчике. Аха-ха-ха-ха, 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 аха-ха-ха. Вот такой робот, такой вот голос робота, они смеются, они спросят. Как вы думаете, вот если война начнется, я бы хотел задать им вопрос. Кстати, я не под таблеткой, не под чем абсолютно. Блин, они нереально, они... Куда бы пойти? Аха-ха-ха-ха, аха-ха-ха-ха. А что если вам попадет на войне пуля разрывная в лицо или куда? Аха-ха-ха-ха, аха-ха-ха-ха, аха-ха-ха, аха-ха, иди, дурачок. Аха-ха-ха-ха, аха-ха-ха-ха, аха-ха-ха. Вот все. Вот весь ответ. Куда пойти? Тут везде. Ой, выделили миллиарды долларов на какую-то хрень. Ой. Смотрите, какие граффити отвратительные. Точнее, прекраснейшие граффити. Смотри. Bad Boys. Катя. Лов. Какая-то примитивная граффити. Какая-то хрень со звездой. С всевидящим оком. Ну это понятно. Символ понятен. Это go hard like. Просто великолепно. Что в уме у этих людей? Ой, блин, смотрите, какая граффити. Racer, my pulley. Life. Need for speed, блин. Boy, bad boy, блин. Ой, господи. Я в детстве такое рисовал, помню. Ну не такое, конечно. Ну и такое тоже. Ну нормально, кстати. По цвету неплохо, так гармонично. Цвет я могу ценить. У этого фиксация на заднем, на задницу. Он всегда задницу рисует, помню. Смотрел его другие работы. Это, причем не я заметил, а другой чел, видимо, он тоже в этой теме варится, он разбирается. Я бы не так не заметил. Ну, смотри, тычинки валяются. Автокайф, короче. Ну, что им еще надо? Автокайф там рассекают. Вот и все. Они не думают о будущем.
Хотелось бы меня сейчас спросить у кого-нибудь из молодых людей. Вот если на войну вас отправят, вы пойдете как патриоты? Вы же патриоты. Смотрите телевизор. Они скажут. Да. А пуля, если вам прилетит вот, в ногу, в лицо разрывная. Ну как бы. Вам как это понравится, нет? Они скажут. Ахахахаха. Нет, они просто замолчат и через 20 секунд ответ выдадут. Или через 15 секунд, я встречал. Молчит просто, молчат просто, и потом. Мы не знаем, это нам не сказали ответ на этот вопрос. Мы андроиды, смотрим только Путина. Вот здесь я отжимался и подтягивался дофига раз, и без дрыганий снимал в прошлом году. Только видео скрыл. Я еще включал зеленого слоника фоном. Ой, блин. Смотри, какие великие американские горки. Вот, по-моему, это их родители. Если я спрошу у них и задам второй вопрос, они мне